всем привет! Неделим бабим, чешем, это глюм баби. Сегодня мы открываем макси-киндеры. Вот такие большие, красивые макси-киндер-сюрприз. Давай покажем их сначала и будем открывать. У нас есть один макси-киндер Барби, один макси-киндер принцессы и один макси-киндер Плеймобиль. И Алис, даже чтобы открывать такие красивые киндеры с принцессами, сама нарядилась в красивое платье принцессы и в корону, да? Надела корону, у нее есть такая красивая волшебная палочка. Ну что, мы начинаем с какого, Алис? Какой сначала? Такой. Давай сначала открываем вот такой большой. Он так красиво упакован, что даже жалко разворачивать вот эту красивую дробь. Садись. На тебе тарелочку. Садись. Посмотри, здесь оно уже сразу вот такое огромное и на такой тарелочке. Ну, Алис, это же не настоящее яичко, это же шоколадное. Смотри-ка, ну ничего себе. Это правда какое-то громадное совсем. Нет, так не получится. Давай я тебе помогу. О, какой большой. Я еще могу. Ну смотри, что там, давай-ка, ну зачем ты? Ой, какой красивый сюрприз. Ну-ка, давай посмотрим. Ага. Вот это да. Какая большая. Печешечка. Вот такая вот принцесса красивая была в таком платье. И вот такая вот лошадка хорошенькая. Держи, Алис. На. Иго-го, вот это да, красивые. Какие сюрпризы у нас, да, Алис, попались? Принцесса. Ну, в общем, это вот та принцесса, у которой вот такие длинные волосы. Только я не помню, как она называется по-русски. К сожалению. Хорошо. Давай дальше открывать. Не надо шоколад трескать. Давай-ка. Я покажу картинку только. Вот картинка. Вот такая принцесса. Я буду кушать. Здрасте, ты будешь кушать. А открывать кто будет тогда? А это мама. Ну хорошо, вот это мама. Ну что, мы какой открываем, Алис? Плеймобиль или Барби? Барби? Давай Барби. Барби. А это будет Барби. Небольшой лесик. Кошка тела отец. Ой, как хорошо поешь, молодец. А котята прицепились и немножко прокатились. Нет, яичко большое, а сюрприз маленький, смотри-ка. В этом яичке. Подожди, подожди, давай его откроем. Давай откроем. Это ногти такие красивые, наклеечки на ногти. Вот маленький. И маленький. Вот такие маленькие. И пилочка для ногтей. Вот такая пилочка Барби. Давай. На машине там сидит. О, она на машине поехала. Это печенье. Давай третий пока откроем, Алис. Открываем вот это? Да. Открывать, да, это чуть-чуть потрескалось, но здесь есть капсула хотя бы. Ой, смотри, оно растрескалось, твой мобиль ваш.
Подержи, я уберу шоколадки. Смотри-ка, что там. Там фигурка Плеймобиль. Подожди-ка. Вот сильно, посильно. Смотри, Алис, здесь вот такая вот девочка Плеймобиль. Смотри, какая хорошенькая. Это фея, посмотри, у нее крылышки есть. Ничего себе, это настоящий Плеймобиль, Алис. Вот здесь книжечка Плеймобиль. Со всякими штуками, какие у них есть. И вот такая фея. Давай крылышки сделаем. Смотри-ка. Это фея Плеймобиль. А, смотри, у нее есть такая стекоза. Дай-ка это крылышки. Вот сюда прицепляются крылышки. А это волшебная палочка. Есть волшебная палочка. Вот так вот. Вот, и есть вот такая стекоска красивенькая. На руку сажается. Вот такая красивая фея Плеймобиль. Ну, надо же. А у нее волосы снимаются. Что у нее вообще снимается? Вообще-то Плеймобиль, она должна все сниматься. Да, смотри, она вся разбирается. Видишь, Плеймобиль, это чтобы играть. Он весь разбирается. Юбочка тоже у нее снимается, кажется. Да, должны, по идее, ножки тоже. Ну вот, такая красивая принцесса. Тебе нравится, Алис? Смотри, какая красивая. Давай я надену пока это платье, ты посмотри пока фею свою. Мне будет печать. Ну вот, такие красивые у нас сегодня сюрпризы. Ну покажи еще раз, какие сюрпризы у тебя. Вот такая фея, пилочка, лошадка. Принцесса. Вот твои наклейки для ногтей красивые. Вот так. Давай я тебе сделаю. Давай, на какой пальчик ты хочешь сделать? На вот этот. Вот. Покажи свои красивые ногти, принцесса. Ох, какие красивые получились. Ой, ты сушишь ногти? Высохли? Высохли. Вот так. Посушила. Подписывайтесь на канал Планета Алис. Ставьте лайк. Пока-пока.